И поехал, поехал на своем мотоцикле. Передним пике, бить с левой. Гол! Это гол имени Пинту, конечно. Он не очень ожидал, наверное, удара. Простите, простите, Михаил, это гол имени Роналду. Хорошо, хорошо. Ну просто, вот если на 12 минут это происходит, на 11, нужно, мне кажется, на этом сконцентрироваться. Хорошо, пускай будет так. Гол имени Роналду. Не смог там кто-то закрывать дальнюю штангу, но за Роналду трудно довольно поспеть. Ну да, там, конечно, головой. Они снимали все, да, Мадрид снимал все в своей штрафной. До этого момента вообще все сняли. Абсолютно все, да. Иногда с Пуйолем три человека выпрыгивало, а здесь вот не оказалось того одного. Причем Пепе вроде как закрывал эту зону. Да, пожалуй, Рамос и Карвальо на своих, со своими игроками работали, а вот здесь за рывочком Пуйоля, пожалуй, не успел Пике. Он Пепе. Его потерял из виду. Да, Пуйоль да. Отошел чуть глубже, чтобы разбежаться в свободное место. И подачу, получается, кто подавал-то? Хави, как всегда. Месси тоже подавал просто несколько раз. Ну что ж, 1-1. 1-1. Что само по себе, в общем, довольно редко бывает. Защитники сегодня забили у Барса. Биатлон показали, по-моему. Похоже, да. Ох, какая передача, а. Нет, ждал, офсайда. Ждал, да. Ждал, говорит. Ну, когда уж ты пойдешь-то? Ну, где ты? Вот, держи. Вот Месси, да. Первый тайм его практически не было видно. Да и сейчас особенно не видно. Сейчас особенно не видно. А вот этой передачи он, может быть, я понимаю, что два раунда, есть еще второй матч, не надо далеко забегать вперед, но, может быть, этим пасом он решил судьбу противостоять. На самом деле, конечно, матч он сегодня проводит очень средний для себя, если искать плохой.